Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверё, и мы сегодня с вами посмотрим систему воздушного боя под названием Drone Fighter. Интересно, что это такое? Тогда поехали! Вы, наверное, заметили, что я назвал это не просто квадрокоптер, а система воздушного боя. Сейчас вам поподробнее все расскажу. Производит это южнокорейская компания ByRobot. Если у нас, к примеру, один такой дрон, мы можем просто управлять, летать, и это на самом деле просто. Если же у нас подключается второй дрон, к примеру, у нашего друга, то мы можем устраивать между собой уже реальные бои. Но на этом все не останавливается. Можно бороться 2 на 2, 4 на 4, сколько вы их захотите. Это два совершенно одинаковых маленьких дрона, но это старая упаковка, а это новая. Давайте посмотрим новую упаковку, а старую мы потом откроем и посмотрим, как происходит воздушная борьба. Полет на этом дроне так же прост, как и езда на машине с автоматической коробкой передач. Сбоку название Drone Fighter. На задней стороне коробки у нас присутствует полностью вся комплектация, что в коробке. И также нарисован дрон и джойстик управления. Открываем коробку, и нас приветствуют. Летайте и играйте. Открываем. Здесь у нас идут всевозможные наклеечки. Мы можем принять команду красных, либо команду синих. Но для чего все эти наклейки? Чтобы мы могли различать свой маленький дрон в полете, если же мы будем воевать на нем. Инструкция на русском языке. Краткая инструкция, как начать, с чего начать, что зарядить. И как раз сам дрон, который выполнен из корпуса, пропеллеров и микросхемы. Ну а дальше вам предоставляется возможность самому наклеить какую уже хотите наклейку на него. Сразу скажу, что при покупке вот эту штуку нужно изучить вдоль и поперек, потому что здесь как раз скрыты все возможности этого маленького устройства. И мы уже не просто сможем летать вперед-назад, но и выполнять маневры, такие как переворот на 360 градусов, программирование режимов, ну и также еще узнать много всего интересного. Посмотрим, из чего состоит устройство. 4 винта. Корпус, который можно снять, снизу микросхема и подключение аккумулятора. На корпусе устройства присутствует 40 LED индикаторов. 40, ребят. Когда у нас этот маленький квадрокоптер защищен бамперами, это называется beginner mode. Также можно здесь включить и expert mode. Этот режим предполагает, что мы снимаем эти заглушечки. Небольшая справка, что в beginner mode с этими бамперами разворот на 360 градусов не работает. И когда мы снимем все 4 бампера, мы его сможем переворачивать уже в полете вот так вот и вот так вот. Что нам поможет, кстати, воевать с другими дронами. Ну вот посмотрите, сколько здесь. 8 человек сражаются в одной комнате. Прикольно выглядит. Корпус легко снимается. Вес всего устройства 33 грамма. Вместе со всеми бамперами, винтами, корпусом. Под защиту мы можем обнаружить набор микросхем и на задней стороне, как я уже говорил, подключение аккумулятора. Если в процессе полета произошла поломка, то это можно все заменить путем снятия винта. Здесь просто контакты. Ну а дальше, соответственно, приступите уже к починке самого винта. В комплекте поставляется два аккумулятора 300 мА каждый. Один используется для джойстика, другой используется для коптера. 4 запасных лопасти, чтобы их можно было изменить при поломке. Вот такое вот интересное зарядное устройство. Здесь мы вставляем аккумулятор и подсоединяем микро-USB. Далее мы находим сам провод микро-USB, который используется для подзарядки устройств, либо для подсоединения к компьютеру самого джойстика, либо коптера. А для чего же нам потребуется контроллер подсоединять к компьютеру посредством кабеля микро-USB? На сайте производителя есть так называемый флай-симулятор, при помощи которого мы можем имитировать полет вот этого дрона, только, соответственно, в компьютерной программе. И после того, как мы подсоединим по USB, мы при помощи этого джойстика, здесь видите, очень много органов управления, можем виртуально полетать. И, то есть, можно сказать, научиться. Ссылку, соответственно, на сайт производителя, где будет эта программа, я дам в описании. И в описании также дам ссылку, где можно приобрести этот квадрокоптер маленький. А если мы еще скачаем программу для Windows, как раз тоже с сайта производителя, то мы можем при подключении этого дрона обновить ему прошивку, либо узнать последнюю нашу статистику по игре. Соответственно, сколько у нас было
побед, сколько поражений, сколько мы налетали. И плюс такая информация, как число падений и развитие наших летных навыков. Вроде маленький, а в нем скрыто столько возможностей. Сам контроллер довольно-таки маленький, работает на частоте 2,4 ГГц. Есть режимы USB, соответственно, когда мы подключаем его к компьютеру, здесь выход микро-USB. Либо ON, когда мы хотим уже полетать на самом дроне. Что вы поняли по размерам? Вот рядом поставлю джойстик PlayStation 3. Но получается, для такого маленького устройства это, да, нормальный джойстик и вполне удобно им управляться. Есть функциональные клавиши, чтобы войти в меню. Понятное дело, что он управляется при помощи этих контроллеров. Есть два режима работы. Их можно настроить также через вот эту кнопочку меню. Мы можем настроить, либо у нас взлет будет при помощи этого джойстика, либо вот этого джойстика. Ну а там уже дальше понять, как нам будет удобней. Как уже говорил, сюда вставляется один аккумулятор. Давайте это сделаем. В джойстике он может работать примерно где-то до недели. На таком аккумуляторе сам дрон сможет пролететь до 10 минут. В самом джойстике очень тоже много лет индикаторов. Я их не буду считать, на сайте это не написано. Все управление и навигация по джойстику происходит при помощи лет индикаторов. Вот сейчас видите, что я нашел на сайте производителя. Это все варианты настройки системы. То есть, как горят индикаторы, мы можем понять, что у нас включено и что у нас выключено. Ну, по основным органам управления. Это клавиша подъема, клавиша стрелять, клавиша высоты. Ну, садиться, взлетать и, соответственно, влево-вправо, вперед-назад. Эта клавиша, если ее зажать 3 секунды и удержать, мы входим в меню. Далее мы можем либо повысить уровень до эксперта, либо сделать beginner mode. Напомню, что beginner mode подразумевает под собой наличие вот этих бамперов. А expert mode мы их должны снять, и далее уже будет намного сложнее управлять устройством, но мы сможем выполнять перевороты на 360 градусов. Радиус полета до 150 метров. После того, как мы ставили аккумулятор, у нас устройство, видите, ожило. Здесь 40 лет индикаторов по всему корпусу находится. И здесь, соответственно, смысл то же самое. Как они горят, мы можем понять, какие функции в устройстве работают. В коптере встроен бортовой самописец, фиксирующий время полета, развитие вот летных навыков, которые мы потом можем посмотреть уже в программе, подсоединив по кабелю микро-USB. Вот здесь вот находится разъем. Шестиосевая система стабилизации и 6 каналов управления. Ну а теперь самое интересное, давайте уже подключим джойстик. И сейчас они найдут друг друга. Видите, у нас дрон загорелся уже, готовый к полету. Чтобы взлететь, нам надо будет нажать вот эти две клавиши. Зажимаем и нажимаем клавишу наверх. Все, у нас Ардрон полетел. Ну вот я вот тут рядом приземлил уже сразу. Еще раз покажу, как это работает. Сейчас у нас джойстик не подсоединен, он горит синим и красным. Мы его ставим на любую поверхность. Можно даже с руки его запустить. Мы включаем контроллер. После этого у нас они находят друг друга. Мы зажимаем две клавиши, нажимаем наверх и их отпускаем. Все. И коптер будет классно смотреться в ночное время, даже при ночных сражениях из-за мигающих LED-индикаторов. Сейчас научу быстренько делать рестарт и спарить его с джойстиком. Нажимаем клавишу Reset, держим 3 секунды. Мигает, мигает. Потом начинает мигать зеленым-белым. Мы его ставим, он горит белым и зеленым. Берем джойстик, вставляем сюда аккумулятор. Джойстик включается, кладем его впереди. Нажимаем клавишу, вот эту левую, меню. Удерживаем 3 секунды. Потом нажимаем правую клавишу. Удерживаем. После этого они сконнектятся. И дрон будет готов полету. Все, он готов к полету. Нажимаем две клавиши. Я сейчас сделаю режим управления другой. Мы до этого взлетали вот этим джойстиком. Теперь попробуем вот этим. Нажимаем две клавиши и начинаем полет. Чтобы в процессе полета стрелять, мы нажимаем правую клавишу верхнюю на джойстике. И, соответственно, у нас сам дрон стреляет. Значит, это у него перед. Здесь находится инфракрасный датчик. Если, к примеру, у вашего друга есть такой же дрон Fighter, он выглядит совершенно так же, здесь такие же наклейки, просто вот черная коробочка, она старенькая. Комплектация у него та же самая. Теперь мы имеем два дрона, которые готовы сражаться друг против друга. Но это еще не все, нам нужно создать команды. Здесь можно создать красную команду и синюю команду. Значит так, теперь внимание, чтобы выбрать синюю либо красную команду, что нам нужно? Сейчас у нас, видите, на контроллере горит оба как бы синие команды. Мы нажимаем функциональную клавишу 3 секунды, держим и нажимаем, к примеру, красная команда, видите, поменялась, окей. Нажимаем и все, уходим.
из опций у нас красная команда. Отличаются джойстики, как раз видите, красная и синяя команды. Чтобы начать бой, мы должны взять сначала красную команду и пульнуть в синюю команду. Вот таким способом нажимаем на клавишу ударить. Видите, что произошло? Теперь мы должны сделать все с точности наоборот и ударить другую команду. Хопа, ударили. Ну и теперь мы готовы стрелять друг друга. У нас там есть порядка 6 жизней. И теперь, сейчас видите, проиграл. И начнется веселье. У него есть система отключения автоматическая, то есть, соответственно, когда вы его куда-то уроните, он сам отключается. Также интересная информация, что в джойстике встроены не только динамики, но и вибромотор. То есть после того, как мы, к примеру, попадаем по одному из дронов, а когда садится батарейка, джойстик начинает вибрировать волнами. Отдельно из аксессуаров можно приобрести также HD-камеру, которая вешается на квадрокоптер и будет записывать, как вы летаете. Из других интересных аксессуаров могу посоветовать такую удобную заряжающую станцию, рассчитанную на 4 аккумулятора. Здесь уже идет сетевое устройство зарядное, и, соответственно, сюда мы вставляем 4 аккумулятора. Потому что изначально заряжается все по очереди, здесь же можно сразу все 4. Но это, ребят, уже отдельно приобретается. Если попробовать, видимо, на даче ночью, то соседи точно подумают, что прилетело НЛО. Особенно 2 НЛО. Спасибо, что досмотрели обзор до конца. Проявляйте активность, пишите в комментариях, как бы вы использовали такие дроны. И играете ли вы вообще с друзьями во что-то подобное. Здесь можно объединять до 8 человек и рубиться с кучей таких дронов. Устраивать настоящие воздушные баталии. Проверяйте все ссылки, данные в описании. И ждите новых роликов. Всем спасибо и всем пока!